В Одесской школе прошли антитеррористические учения. Благодаря усилиям сотрудников спецназа и оперативно-спасательных служб все прошло реалистично, а значит и доходчиво. Тренировка началась в среду в 9 утра на базе гимназии номер 4, что на Болгарской, 88. Спецназ и оперативно-спасательные службы отрабатывали антитеррористические действия. Учителям и ученикам также рассказали и показали, как правильно вести себя в соответствующих обстоятельствах. По легенде, террорист выстрелил в воздух и зашел в школу. Там он продолжил стрельбу. Часть детей и педагогов смогли выбежать на улицу, но в здании остались еще несколько классов. Дети забаррикадировались и ждали спецназ. Правоохранителям удалось обезвредить террориста и вывести его живым. По сценарию пострадала вахтер, которую эвакуировали медики. Также спасатели тушили вымышленный пожар. Несмотря на то, что в учениях принимали участие только старшеклассники, они признаются, что было страшно. Выстрелы были громкими и реалистичными. Дети научились действовать в подобной ситуации и в первую очередь помогать более слабым. Подобные мероприятия хотят проводить систематически во всех школах.